Короче, господа, борщ заболел. Сейчас попытаюсь показать, что случилось. В общем, капли масла обнаружены под борщом. Сейчас сниму что-нибудь. Что видно будет? В общем, какие идеи у меня, как бы я не особо секу. Я подумал, что, возможно, сальник где-то здесь. Сальник, который стоит в коробке, вместе расположения шруса. В общем, я думаю, либо он помер, у меня когда-то давно, я менял. И вообще не текло, и двигатель был сухой до последнего времени. И с этой стороны как бы поменьше масла, я вот здесь протер, здесь было тоже немного масла. Но я искал, короче, конкретный потек, но здесь, по ощущениям, судя по всему, это явно не сальник. Потом еще здесь масло. По запаху это похоже на мое масло, которое в двигателе, потому что в коробке оно не уменьшается. А вот все время, что я ездил с последней замены, я ездил, и у меня просто уровень стоял колом, никуда не уходило масло, я радовался, короче. А тут масло довольно быстро ушло, и, видимо, вот оно все здесь. Не знаю, что делать. Может быть, картер подраскрутился. Хрен его знает. Я вроде проверил, затяжка есть. Но вот здесь прям капельки видно. Собирающиеся. Короче, может, господа, у кого есть какие мысли? Потому что я что-то, блин. Ну, сальники я поменяю в коробке. Но масло-то уходит в двигателя. Ладно. Ух. Что-то он не вовремя заболел. Ближе к зиме. Бессовестно. Вот аккумулятор у меня теперь в багажнике.